Еще одно ДТП произошло в Чувашии с участием школьного автобуса. Авария произошла 21 декабря в Алатырском районе. Водитель автомобиля «Тойота» выехал на встречку и врезался в школьный автобус, перевозивший 19 учеников из соседних сел и деревень в Кувакинскую школу. За медицинской помощью обратилась одна школьница. В связи с указанными обстоятельствами Шумердинским районным следственным отделом Следственного комитета организована и проводится доследственная проверка, в рамках которой предстоит выяснить, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей. В настоящее время в рамках этой проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки также будут опрошены непосредственные участники и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, а также привлечены специалисты из соответствующих контрольно-надзорных органов. В ближайшее время в целях установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшей школьницы в отношении нее будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров на школьном автобусе, а также соблюдение установленных правил пассажирских перевозок детей со стороны образовательного учреждения.